Всем привет, друзья! Понедельник у нас сегодня опять-таки. Погода прям отличная. Солнце светит ярко, как весной. Вот, ветра нет. Вот, что еще? Минус 6 сегодня. Завтра вообще минус 1 обещает. Послезавтра минус 2. Короче говорю, вообще у нас очень странный январь нынче. Если еще и февраль такой будет, вот мне интересно, какое будет лето. А то поди вся зима в лето уйдет у нас опять. Что сегодня у нас как складывалось? С утра встали, Ефим в школу ушел. Я на работу ушла, корову подоила. Фадей потом встал с бабушкой, тут они суп варили, гусятину поставила я с утра, сварили гусятину, а потом положили, ну, в общем, сделали обычный суп, с похлебку, как бы, с картошкой, с макарошками, с вермишелью. Вот. Что потом-то у нас? Фима пришел у нас, да? Потом Фима пришел, потом я с работы пришла, в общем, пообедали, я села, скорее побежала гладить. Вот, перегладила много, целый чан белья нагладила, ну, половину. Потом еще стирала, запускала сразу стирку. Две заложки последние сегодня достирала. Так что сейчас вот высохнет, завтра вторую половину белья-то я и переглажу. И с бельем тоже будет покончено. Ну вот, просидела 3 часа, прогладила, считай. А сейчас уже 4-й час, сейчас пойду я опять работать. Матвей сегодня с дедом отдыхают, потому что сегодня женщины стреляют, ну, юниорки, девушки, вот, они смотрят, только лежат онлайн-трансляции, там какие-то есть, вроде как бы Матвей где-то нашел, что есть онлайн-трансляция, надо будет у него спросить, потому что завтра будет выступать, так чтобы за ним следить онлайн можно было, вот, и все, ничего не делает. В тир идти, дед говорит, лучше отдохнет, потому что находился, спина болит у него. И, в общем, так вот. Ну, в общем, ходить тяжело, просто так, чтобы посмотреть, не пойдут они, не поедут сегодня. Они и так на такси берут, доезжают до тира-то. Там где-то около километра расстояние. Ты что, заикал опять? Да. Вот. Фима нормально сегодня сходил в школу, сел, уроки сейчас делает. Что там, ты неправильно сделал? Я ощущаю от линию какую-то. Ладно. Ой, да что такое, ты заикал, а? Что-то заикал. Ой, в общем, вот такие вот дела. Все как обычно. Ничего интересного, да? Дела, такие дела, даже не знаю вам что сказать. Алёша говорит, на лыжах поедут они, так может быть он хоть вам что-нибудь поснимает там на лыжне. Но если светло будет и нормально, возможность будет, если так, может что-то поснимает, хоть посмотреть, чтобы, а то я говорю, снимать-то нечем, потому что все в делах, все вот в таких в обычных заботах. Фадей только что вот ушел, у них сегодня нету, по-моему, я так поняла, не нулевого, а первого урока. Ну, в общем, к 2 часам он пошел. Первый-то сейчас с чем-то там, а второй-то вот в 2:40 он пошел, к 2:40. Вот. Что-то они на лыжах никак не идут. Матвей-то сходили один раз на лыжах, а у них не идет. В пятницу вообще, я так поняла, что физкультура должна была быть, отменили 2 урока. Что-то физрук не ведет, короче говоря, их. Так, ну давай не будем мочить руки во время уроков. Я сейчас ведь уйду, я не успею проверить, что-то там порешал. Я все равно проверяю ведь. Вот. А по-русскому-то не дали сегодня? Нет. А у вас-то была физкультура, да? Да. Ну, вот так вот. Ну, такие, в общем, дела. Как всегда. Все как всегда. Сейчас посмотрю. Где там трансляции идут, мне интересно тоже посмотреть. Вчера Матвей даже фотки 2 скинул. Фотограф там в Ижевске их фотографирует всех. И деда даже сфотографировал. Вконтакте выложили. Стрелковый союз России в ВК, если введете, вот эту группу найдете. Такой красный там значок. Вот, то можете посмотреть фотки. Там и дед есть наш, и Матвей есть. Вот он мне оттуда скопировал 2 фотки, прислал. Так что посмотрите.
если интересно вообще, как там что проходит. Вот. ВКонтакте есть группа такая. Ну ладно, все. Пока все. Пока больше ничего рассказывать. Ничего сегодня не успеваю больше. Вот погладила и все, больше дел никаких не успею делать. Сейчас уже пошла, потому что. Так, ну что, 8 часов. Сходили они на лыжах. Для вас кое-что поснимали, так что смотрим. Фима, поехали на лыжах. Вон как он гонит. Ага, ведь? Опа, упал. Вставай. Так, Фима, одевай эту палку-то правильно. Что ты так? С Ефимом мы проехали 2 километра. 1 километр Ефим проехал со скоростью 11 минут 28 секунд, да? Правда, он 2 раза упал, то есть потерял несколько секунд времени. Ну ничего, за 11,5 минут это очень хороший результат. Ну все, идем в машину. Все. Давай, идем. Куда? Вон туда иди, туда, вот туда иди, вот. Вон туда. Заблудился, что ли? Да нет. Ну все. Ну вот, как-то так. Сегодня он прям молодец у нас, Ефим. Ничего не скажешь. Согласился аж на 2 круга сбегать, да, Фим? Вот, ну а я пошла к корове, уже пора, потому что утром рано ходила сегодня, еще 8 не было, я к ней ходила, ведь метела пить просит, горшок швыряет. Сейчас ей налью, собакам надо тоже сейчас вынести Байкал, накормить их всех на ночь, и в общем, и день закончен будет на этом. Вот такие вот дела. Матвей там тренируется потихоньку, ну, отдохнули сегодня, завтра опять. В общем, вот так вот все своим чередом. Сейчас Фадея там ведро сними сначала. Пошел собаку набирать. Ну ладно, в общем, вот так вот. Давайте с вами будем прощаться на этом. Всем всего доброго. Пока-пока.